Дима, я надеюсь, что американец сделает то, что ему положено в Нью-Йорке. Круг подтвердила правила игры? Да, самое главное — захватить ядерное оружие, чтобы это не стоило. Как с французской полицией? Если бомба взорвется, то будет обвинять Россию. Тогда миллионы погибнут. Несколько мертвых полицейских — ерунда по сравнению с этим. Соломон, долбанный псих. Даже после того, что случилось, все равно хочет реванш. Соломон может быть и псих, но отлично знает, чего он хочет для достижения своей цели. Дима, ты помнишь, в последний раз мы здесь были по Триумфальной арке, у могилы неизвестного солдата? Помнишь, что ты сказал? Что если бы были люди, люди осознали, какое воздействие мы оказываем на мир. Да, сегодня несколько человек узнает о том, что мы сделали для человечества. Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это мучает. Я себе это стараюсь подавить. Приблизимся к EURONEXT обмену. Мы в зоне поражения от фондовой биржи. Дима, Дима, зажигаем IP-блокиратор. Соломон не сможет активизировать ядерный чемоданчик с настояния, если мы будем в близости от него. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься. Помни, в ядерный чемодан не стрелять. Он может повредиться, распространить энергию. Все готовы? Давай, давай, жми на газ. Давай. Пошли. Пошли быстрее. Меня! Через автопад. Вниз на уровень 5, потом вверх по лестнице.
влево, давай влево. Торговый этаж, вот туда. Давай, Дима. Ты говоришь, смотри, бегай! Go to it!
ё-моё, шевелись! Ты, двигай! Подожди, мы пойдем под обстрельный огонь. Дай полиции загнать его сюда, тогда мы его захватим, понял? Что за херня, бля? Это же пустышка, это не ядерное оружие, бля! Топор лечь ему, где факел?